Это все-таки праздник, но это все-таки тяжелый праздник. И я вот даже стоял сейчас здесь, меня на слезу пробило. Ну, все-таки столько людей погибло, столько семей это затронуло. Это большая трагедия для многих. Просто не видел никогда такого шествия, и что он любит. С таким количеством портретов своих близких шли. Потрясающе, и когда все кричат, прям мурашки по коже идут.